Давайте же, наверное, его вынимать. Любителям инди-хорроров не только рекомендую канал по летсплеям Physics EE. Ребята, на канале глобальное прохождение Fallout 4, парень взялся за это всерьез, давайте его поддержим. Снизу ссылочка, переходим дружненько и подписываемся. А всем привет, с вами Тимон, и вы на канале веселых распаковок товара из Китая, где в каждом видео у нас крутой розыгрыш для моих подписчиков. Хитрый, как всегда, в пролете, так как нужен положительный комментарий. Все условия будут в конце видео. Ребята, у меня снова на столе лизуны, сопли в бочках. Кто не смотрел, кстати, первое видео, слева жмите, если вы с компьютера, справа жми, если с планшета телефона, на значок и в углу экрана. Как я понял, видео вам очень понравилось. Я обещал закупить еще 4 блока таких лизунов, если будет 5000 лайков. Ребята, вы поставили 13000. Ребята, я не могу это проигнорировать, я учел все ваши комментарии. С Алиэкспресс я больше не заказывал, так как там слишком дорогая доставка. Я нашел магазин и оптом заказал 4 блока. Каждый лизун мне обошелся в 50 рублей. Я не знаю, где вы их покупаете, по 20 или 10 рублей, но с новым курсом 50, а не рублем дешевле. Видео будет очень скоро, поставь лайк, чтобы вышло быстрее. И в этом видео я буду издеваться над моими 12 лизунами исключительно из ваших комментариев. Вы предложили, я испытываю. Погнали! Одного такого лизуна в бочке я заморозил в холодильнике. Вот такая вот ледышка у меня получилась. Смотрите, давайте вот потыкаем ножом, видите, он замерзся. Еще пару лизунов я закину в микроволновку. Давайте посмотрим, что с ними будет. Так, ребята, вот наша микроволновочка. Закидываем сюда нашу тарелочку с лизунами и смотрим. Блин, ребята, смотрите, он нагревается. Блин, дымит реально. Он булькает так, смотрите, короче, он прямо хочет там, не знаю, тарелочки вываливаться. Ребята, смотрите, пошла реакция, он забулькал, задымился. Смотрите, такие пузыри, короче, здоровенные пошли. Да, блин, он вываливается уже с тарелки, такие бульки шли. Давайте, не знаю, давайте уже, короче, его... Давайте уже, наверное, его вынимать. Так, он еще дымится, в принципе, я каких-то визуальных изменений на нем не вижу, ну, если вот эти вот мелкие пузырики, так, возьму палочку, так, в принципе, на вид он как бы остался, какой был, субстанция такая жидкая, липкая, нашему лизуну микроволновка нипочем, смотрите, сейчас я его потрогаю, вот, блин, горячий еще. В принципе, теперь мы знаем, что микроволновка лизуну совершенно ничего не делает. Он остается такой, как и был, просто немножко горячим становится. Вот он после того, как остыл, короче, его совершенно свойства все сохранились. Ребята, давайте еще проверим теперь после заморозки, что с ним будет. На вид вроде все нормально. Так, смотрите, вот палец проходит. Давай вываливайся. Ну, на вид он вроде тот же самый. Блин, холодный, конечно, ё. А так, по ощущениям и по визуальным, вроде, по-моему, ну, единственное, вот кусочек еще до конца не разморозился. Вот смотрите, видите, он еще. А так, в принципе, все осталось, как и было. А еще вы сказали кинуть его в мясорубку. Таких видео 100-500 на ютубе. Ну, у нас же, в принципе, не лизун, а жидкий лизун, типа сопля. У меня, ребята, обычная мясорубка. Давайте закидываем лизуна с бочки. Он жидкий и легко помещается в мясорубку. Давайте еще один закинем и посмотрим, что там будет. В принципе, в финале мы видим, что этому лизуну все нипочем. Ни мясорубка его не берет, ни заморозка, микроволновка тоже не смогла его убить. Вывод, жидкий лизун бессмертен. Ребята, смотрите, я еще взял клавиатуру, вот мой старый лизун, тот, который лизун-чистильщик. Вот смотрите, как он чистит клавиатуру, видите, как он обволакивает эти клавиши, прямо остаются следы на нем. А теперь я беру наш жидкий лизун и вываливаю на клавиатуру. Блин, он жидкий, я не знаю, как им вообще чистить можно. Смотрите, как он прикольно перекатывается. Да, короче, он не подходит для очистки клавиатуры. Это тоже, как мы теперь берем на заметку. Для примера, вот наш жидкий лизун, а вот лизун-чистильщик.
Ребята, теперь мы убедились, что жидкий лизун самый стойкий, и он сильно отличается от обычного, который, кстати, легко убить заморозкой или микроволновкой. Ждем, когда ко мне придет 100 таких бочек, и я придумаю, как все-таки его уничтожить. Ребята, так как в прошлом видео все комментарии заспамили хейтеры, напишите, пожалуйста, в этом видео, что мне еще сделать с этими 100 бочками этих лизунов. Ставим лайки и ждем, когда ко мне придут эти 100 бочек с такими лизунами. А теперь условия конкурса. В каждом видео я разыгрываю один CSGO, купленный в Steam, или лицензию премиум аккаунта Minecraft, если не нужен CS. Чтобы получить игрухи, подпишись на канал, поставь лайк этому видео, напиши положительный комментарий. И итоги подведем, когда на видео наберется 2000 лайков. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Делись с друзьями этим видео. Буду рад вашим лайкам. Подписывайся на канал и на группу тоже. Там все результаты конкурсу. И всем удачи, пока-пока.